Всем здравствуйте! Поздравляю вас с наступившей Масленицей! И сегодня у нас будут вкусные, бархатистые, мягкие блинчики. Готовятся они, как всегда, просто и быстро, результат восхитительный. Это обычные блинчики, как у бабушки, без кипятка. Для их приготовления в глубокую миску просеиваем 200 грамм пшеничной муки. Чтобы блинчики получились вкусными и хорошо снимались, берите муку самого лучшего качества. В муку добавляем 3 куриных яйца и 200 мл молока комнатной температуры. Сюда же 1 столовую ложку сахара с горкой, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды. Хорошо перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Во время приготовления таких блинчиков немаловажно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Когда масса стала однородной, без комочков, вливаем еще 300 мл молока комнатной температуры и хорошо перемешиваем. В конце в тесто вливаем 3 столовые ложки растительного масла, и такому тесту обязательно перед выпечкой нужно постоять минут 15. За это время усиливается клейковина в тесте, и блинчики будут более эластичными и будут лучше сниматься со сковороды. Жарить блинчики нужно на хорошо раскаленной сковородке, буквально по несколько секунд с каждой стороны. Сковородку я ничем не смазываю, по желанию можно перед каждым блинчиком чуть-чуть смазывать ее растительным маслом. Вот такие красивые, золотистые, вкусные блинчики у нас получились. Из данного количества получается 17-18 блинчиков, диаметр моей сковородки 24 сантиметра. Теперь все блинчики необходимо смазать растопленным сливочным маслом и можно наливать чай. И вкуснее всего такие блинчики, горячие, только со сковородки. Если вам нравятся мои рецепты, обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также оставляйте свои лайки, комментарии, это лучшая награда для меня. А я с вами на этом прощаюсь, желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!